Всем привет, с вами Вейн, и я сегодня хотел поговорить с вами на такую жизненную тему, как изменение контента в моем канале. Так как вы видите, что мой канал набрал уже 10 подписчиков, для меня это реально хорошая цифра, всего за 3 недели, где-то 2 недели прошло, и у меня уже почти 10 подписчиков. Я хотел сказать вам спасибо за это, и еще вам хотел утвердить такой момент, что... Я креативный дизайнер, и вы услышали мой голос наконец-то в этом видеоролике. У меня будет и превьюшка, и, ну, там всякие моменты такие будут. Ну, то есть, что... ну, теперь я буду ставить превьюшки на свои видеоролики, у меня будут плейлисты как спидарты, туториалы, и может быть там... Ну, короче, и может быть буду снимать игры, но это навряд ли. Также я хотел такой момент тоже утвердить, не очень важный, но, конечно, его нельзя оставить равнодушным, этот момент, что у меня будет новое оформление канала. Как вы уже поняли, я сделал, мне один хороший блогер оценил мой канал и сказал, что мне стоит менять шапку, так как она на компьютерной версии не отражается. Ну, хотя я ее ставил из компа, но она почему-то у меня не отражается. И также мне стоит поменять аватарку, я не знаю. Пишите в комментариях, какую мне аватарку сделать, я пока не знаю. Пока оставлю, какая есть. Ну, вы поставьте там, напишите в комментариях, сделать мне аватарку в стиле рисованную, арт, или просто текст, типа, как у Дориана, или, не знаю, как у... Ну, или как у Дориана, короче... Или у фантома, как я не знаю, короче, просто попросить, ну, просто напишите в комментариях первый комментарий, который будет, например, рисованную или буквами, ну, для моего туториала канала, ну, короче, вы просто напишите первый комментарий, оцениваю вот в таком вот как моменте, и, короче, грубо говоря, я буду прислушиваться к вашему мнению, все равно спасибо. Да, и как вы на данный момент сейчас смотрите этот видеоролик, не забудьте, кстати, подписаться на канал, поставить лайк под этот видос. И если этот видос набирает тоже также 5 лайков, я выпускаю следующий видосик по принципу, как, короче, сделать красивую превьюшку на ваш канал. У меня уже был такой... У меня, короче, уже был канал, на котором я снимал не туториалы, на котором я снимал игры, там, Майнкрафт или что-то, что-то вроде этого, где-то год назад я его основал, и у меня всего он продлился 3 месяца, набрал уже хорошее количество подписчиков, где-то 120-130 подписчиков он у меня набрал, и все, я его забросил, у меня так получилось, что я его забросил, у меня интернет, проблемы с интернетом, там, проблемы с компьютером, короче говоря, у меня был переезд, и я уже забил на этот канал, ну, на этот канал, который на данный момент сейчас, я его на него не буду забивать, я на него буду еженедельно где-то по 2-3 раза буду запускать видосики. Ну, если смотря по вашей активности, давайте набираем, короче, 20 подписчиков. Если набираем 20 подписчиков, то будет слив пак, ну, слив пак музыки без авторских прав, который лично я собирал сам. И, ну, вот, короче, потом будет, короче, буду сливать паки, буду сливать всякие там нужные для контента вещички. Ну, короче, спасибо за просмотр, меня зовут Вейн, подпишись на канал, поставь лайк. Всем удачи, ребята, и не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Всем удачи, всем пока.